Итак, привет всем. Очередная 20-долларовая сессия. 4 5-долларовых билета. Мне, пожалуйста, минимум 100 тысяч. Ну, скорее всего, если и будет, то будет там 5 или 10 долларов, да? Яблочко. Вишенка. Ну и черешенка. 26, 3, 24, 13... 8, 16, 4, 14, 29, 21, 28 и 22. Мультипликаторов нет, повторяющихся номеров я не вижу. И отсутствует слиток серебра или чего он там, золото, да? Значит, есть шанс, что это будет нормальный билет с нормальным выигрышем. Мы не увидели здесь звездочек, что автоматически бы означало, ну, ты выиграл там 100 долларов, да, или 200. 7,23. У нас есть 22, 24, 18 и 15. 18 и 15. Тоже ничего, да? Здесь мы смотрим. Опять та же самая вишенка. Звездочка. Ну, это значит, 50 долларов нам дали, скорее всего. Хотелось бы побольше, конечно. Мы же тут же ждем же. Но 50 долларов тоже неплохо, конечно. Может быть, будет еще какой-то выигрыш. Может быть, там 100 долларов или 200. Хотя мы, конечно, искали бы... Дайте нам 50 тысяч. Какие-то нормальные вещи. 25, 16, 4... Еще 50 долларов, наверное, да? Нет. 60. Ну, наверное, еще где-то будет по червонцу, да? 18, 26. 18, 26. 29 и 16. 29 и 16. Я так понимаю, должно быть 100 долларов, да? Сколько в наличии? 50. 60, 70, 80, 90. А где еще 10? 18, 26, 29. Что-то я в этой жизни упускаю. А, 16, вот он, да? 100 долларов. Ладно, больше, чем ничего, хотя мы бы, конечно, надеялись бы на больше. Ну, стольник тоже неплохо. Ладно, спасибо и на этом. Ну, не посрамим это. Давайте нам тоже что-то интересное дайте. Давайте уже миллион. Двадцать три, шесть, четыре, 26, 17, 2, 16 и 3. Выигрышный номер 5, потому что у нас есть 1, 2, 3, 4, 6. 8. Есть у нас номер 8, не вижу я. 23. Йо, есть. 5 долларов, да, ну пусть будет, ладно, больше чем ничего. 12. И номер 22. 21 и 23. Логично, что есть 22, да? Выиграли 105 долларов. Давайте уже нормальный выигрыш. Ребята, хорош баловаться, ну. 11, 12, 7, 1, 2, 4, 26, 9, 3, 10, не было 10, я думал, что было. 15 и 8, повторяющихся номеров нет. Номер 21. Номер 23. У нас есть 26 ближайший. Номер 24 и номер 25. Мяу. Ну ладно, потрачено 20 долларов. Получено назад 105. И они мне торчат еще, по-моему, 1006.